В минувший вторник деревня Орлова сельского поселения Молоковское наполнилась детским смехом и радостью. Здесь состоялось торжественное открытие новой современной детской площадки. Теперь у ребят, проживающих в этом районе, появилась возможность в теплые летние дни на свежем воздухе проводить свой досуг. Подробности в репортаже Юлии Погосьян. Перед администрацией сельского поселения Молоковское стоит задача построить и оборудовать детские площадки в каждом населенном пункте. До недавнего времени в эксплуатации находилось 7 площадок, но во вторник ряды пополнила еще одна – в деревне Орлова. Ее торжественно открыл глава поселения Эдуард Арандушкин. Место для детского городка искали 5 лет. Из-за плотности застройки сделать это было проблематично. Раньше здесь находилась несанкционированная свалка, но спонсор, компания «Арсен», хорошо все очистив и приведя в порядок, превратила местность в полноценный игровой комплекс. Когда мы видим детский смех, и в принципе уже, наверное, ничего не надо говорить, это, да, самые счастливые секунды и минуты вообще, в принципе, в жизни. Почетное право перерезать красную ленточку было представлено ученице 2 класса Молоковской школы Анастасии. Так, режем по команде на счет 3. Раз, два, три. Девочка очень волновалась, но хорошо справилась с задачей. И одна из первых опробовала новые горки. Мне очень понравилось кататься на горках, играть с клоуном. Площадка очень замечательная. Свежий воздух, близость с Измайловским прудом. Эта детская площадка должна стать излюбленным местом детишек. Я буду ходить на эту площадку и буду на ней играть, и там веселиться. Ну, вот расскажу еще друзьям о ней, я их тоже с собой возьму. До создания этой площадки местным жителям даже негде было всем вместе собраться для обсуждения каких-либо наболевших вопросов. Теперь детский городок предполагает стать центром общественной жизни Орлова. Сейчас хоть будет местечко, где можно будет объединить детей, ну, высказать свои мнения. Теперь перед жителями деревни Орлова стоит задача построить у себя спортивно-юношескую площадку, где ребята постарше смогут заниматься спортом. А в самом Молоково в этом году была приведена в порядок хоккейная коробка. И вблизи стадиона в минувший субботник высадили аллею деревьев. Юлия Погосян, Александр Ильин, Наталья Буслаева. Видное ТВ.